Запись. Всем привет, друзья! С вами вновь ДРТР, вы на канале It's Lucky Time, и мы сегодня продолжаем, но можно сказать, начинаем заново в игру Project Zomboid. Мне будут помогать, в общем, игра выживалка такая, очень хардкорная. В общем, в чате сидит помощник, спасибо ему за это. В общем, с его помощью мы попытаемся выжить в этом мрачном мире, который захватил вирус превращающих людей в зомби. Начинаем. Так, одиночная игра, обучение пройдено, хоть я ни черта не помню уже, ну да ладно. Так, сценарий, первичное заражение. Так, слушай, может на легком пойдем? Вот не пофиг. Хотя тут разница небольшая, ладно, на нормале. На нормале, так, поехали дальше. Так, имя сохранения, ну, типа, один. Ладно. Мы, кстати, все это дело записываем на стриме, наверное, все уже поняли. Я что-то вспомнил. Так, город. А город какой выбирать? Главный штурман, кровавый диктатор, видим, да, диктатор и просто Серафим здесь. Так, население, а, ну, видимо, от количества населения будет значится количество зомби, хотя вот этот городок кажется побольше, Вестпойнт. Ну ладно, начинаем, обычный город, погнали. А чё, будем играть за мужика? Давай рандомного сделаем. Не хочу тут париться, в принципе. Так, вот парень. Рой Эдвардс. Ну, пускай будет Рой. Рой. Пускай будет Рой Уилсон. Уилсон, вот так вот. Отлично. Белый парень. А, это цвет. Цвет волос, а где цвет кожи? Вот. А, ну можно либо чернокожий, либо светлокожий. Замечательно. Окей. Поехали дальше. Так, мы тут порешили, короче, взять пожарного. Плюс сила, плюс скорость бега, плюс фитнес. И вроде как он должен с топором, короче, гонять. Только что-то я этого не вижу. Или дровосек. Или дровосек. Я удаляю старые стримы, которые фиговые получились. Почти все, да. Извиняйки. Так, так пожарный или этот, или дровосек? У меня вот такой вопрос возник. Так. Тут что-то написано. Так, давай-ка дровосека посмотрим. Режущая точность, владение топором. Топор пробивает двери в два раза быстрее. Более быстрый замах топором. Фитнес и сила. Все, окей, дровосек. Поехали. Нормально. Можно, кстати, свой пресет, походу, сделать. Погнали. Настал конец времен. Начало конца. Нет никакой надежды на выживание. Плак-плак. Это история вашей смерти. Обожаю эту надпись. Фух, ну поехали. А, я что-то не взял, я что-то не сделал, да? Навыки забил. Черт возьми! Так, давай-ка навыки, да. Косяк. Косяк. Сейчас все исправим. Так, одиночная. Первичная, нормальная. Далее. Так.
Если я введу такой же, он заменится? Надеюсь, да. Так, Херими, Лиза. Вот какой-то парень. Джонатан. Это будет Джонатан. Вот так вот. Все, Джонатан у нас. Так, мне майка не нравится, да. Джонатан. Так, все-таки дровосек, да? Владение топором. А, так. Бери силу и удачу. Бери силу и удачу. Чего? В смысле? Так, везучий, да, иногда вещи просто идут так, как надо, и есть. И сила, это, наверное, крепкий, да? Так, у нас минус 10 очков. Так, любые минусы, кроме близорукости и слышимости. Так, ну давай, читает книги медленнее. Так, большая склонность к панике пускай будет. Так, видимо, смокер, он должен курить, но это не очень круто. Сигареты рано или поздно закончатся. Хуже обращаться со всеми видами оружия, но это вообще, по-моему, в гроб себя загнать. Взять перк на владение топором и хуже обращается со всеми видами оружия. Так, большая склонность к болезни. Высокий шанс быть замеченным зомби. Блин. Требует больше сна. Нужно есть более регулярно, пускай будет, наверное. Еще плюс 2 очка каких-нибудь. Так, ну не собраны, пускай перемещает в инвентаре. Я и так рачелла, и так буду медленно перемещать. Сигареты минус к удаче, нифига. Все, понял, хорошо. Курить не будем, минус к удаче, говорит. Ну это странно, конечно. Написано, что типа уменьшает стресс. Стрессы типа... сказать-то, плохое настроение, короче, улучшает, но если не курить, то наоборот, плохо становится, грустно. Ладно, погнали. Настал конец времен, дубль 2, да? Быстрее загрузилось. Так, ля-ля-ля, тополя. Так, а чё так как-то, блин, все так раздуто, почему? А, это я тогда сделал, так, ладно. Так, это, короче, мы, здрасте. Так, это мы, хорошо. Так, что у нас тут есть? Литература всякая, журнальчики тут. Скука, стресс и так далее. Так, ну я думаю, что нам нужно срочно что? Делать сильнее курение. Ну окей. Так, у нас нету ничего. Нам нужно оружие. Нам нужно оружие. Вилку взял, один удар. Четыре дырки. Сковороду. Где оружие это все? Так, это холодильничек, видимо, маленький. Шкафу, может. Во, бейсбольная бита есть. Бейсбольная бита, клюшка для гольфа. А чё круче? Нужен хороший дом с забором. И еду взять с собой. А еда же портится, если не в холодильнике, нет? Или консерв взять? Так, калорий 150. Так, ну давай возьмем консервов тогда. У нас есть школьный портфель, вот в него запихаем. А, у нас в этом с собой есть. Давай всю еду спихаем. Хотя подожди, рюкзак что делает? Он уменьшает сокращение веса 60. Что значит 60?
И у нас есть молоток. Давай-ка молоток возьмем. Все, кроме сухпайков, ешь портящиеся продукты и пей только из-под крана, пока можешь. Понятно. Понятно. Связка ключей, Рой Вилсон. Так, стоп, я того взял-то вообще? А почему? Ну да, того. Его же не Рой звать, но он, хрен с ним. Так, кукуруза давай в рюкзак, чипсы тоже в рюкзак. Что там у нас еще? Какого? Собака? Откуда здесь собака? Так, консервный нож, я думаю, нам нужен, да? Открывать банки да с консервами. Так, макароны с сыром. Я думаю, тоже не портятся они. Так, пачка семян, полуфабрикаты. Собачий корм, тунец. Тунец возьмем. Чипсы. Шоколадку обязательно. Так. Собака? Собака это плохо, да? А, у тебя их не было. Я тоже первый раз слышу. Хотя я играл-то, ну, так много очень давно. Так, ну давай, закинем. Так, значит, надо взять в руку, да? Ну давай, я же могу взять, допустим, сумку, вот эту вот, вещевой мешок, дополнительную руку. И чё тогда? Вон там зомби, смотри. Так, а как сделать, чтобы оно... Ага. Вот так вот сделаем. Там вон зомби ходит. Так, ладно. Вещевой мешок я взял в доп. Руку, и теперь могу класть всякую лабуду себе в туда. Консервированная говядина, давай. Сумку. Подожди. Зачем сумку? Давай в рюкзак. Может, туда кладем все. Так, что еще? Патроны в сумку. Давай тогда сумка будет для оружия. Ну и для всякой фигни. Так. А из оружия. Так, сейчас. Из оружия лучше бери колющие, режущие. А всякие ломающиеся, типа молотки, бита-клюшки, похуже будут. То есть получается лучше взять нож, да? Вот тут где-то был нож. Чё, палаточный кол? Прикол. Палаточный кол. Прикол. Так, давай попьем, пока можем, да? Так, кухонный нож. Еще один кухонный нож. Да, смотри, вон там звездочка, видимо, то, что я типа хорош. Владение топором. Так, что еще? Что еще? Так, всякую фигню. Ну, если что, мы придем сюда и похаваем эту всю лабуду. Так, тут душ у нас. Тут ничего нету. Тут книги, журналы. Тоже ничего нету. Ну-ка, пакет, сколько он? Где там был пакет? Сумка 65 увеличивает. Сумка, а пакет на 30. Угу. Так, зажигалка, я думаю, может быть, пригодится. Это пока не берем. Бери шмотки, рви на тряпки, понял? Бери шмотки, рви на тряпки, рви на тряпки. Нету шмоток, прикинь. А, вот блуза. Давай рвем на тряпки. Ух ты, ё.
Они сколько весят-то? Так, где там? Рваные тряпки 0,05. А эта штука весит. Куда делась? Ну вот, допустим, штаны весят один. Весят один. 18. 18 на 0,05. Вот так же и получается. Ладно, давай рвем. Жалко, что не показывается сумка в руках. Понял, дезинфекцию, да, хорошо. Хорошо, так, носки тоже нет, носки. Так, рваных тряпок дофига. О, снотворное, ну, я думаю, может быть, пригодится. Видеоигра. Зачет. Так, радиоприемник, интересно, зачем? Ремень, может, для крафта нужен? Слушай, у нас уже инвентарь-то дофига полный. Так, чё-чё-чё? Довольно тяжелый груз. Как можно отменить эти действия? Сколько там уже тряпок? Дофига же, вообще 144. 146. Так, слишком много тряпок у нас. А, молоток. Подожди. Может, что-то можно убрать? Бутылку воды, например, в рюкзак. Да? Молоток тоже. В сумку. Рваные тряпки. В сумку. Стрим уменьшается. Так, я, короче, но я думаю, мы найдем куртку там, я понял, да, я то, что надо было оставить. Хорошо, там, смотри, уже долбится, здесь кто-то есть? Нету. Все, короче, погнали. Капец, он с ножом замахивается. Так, мы в каком-то не очень благополучном районе появились, ну ладно. Маленькие домики, что, обшарим, посмотрим. Шарим, посмотрим, что тут есть. А, так, блузка. А что надо-то, Гриш? Кофты не рви. Ходи в приседе, да. Ходи в приседе, это я знаю, знаю. Так, свитер. Вот свитер возьму, да. Берем сумку. Так, сигареты. Видишь, сигареты стресс уменьшают. Так, еще одна сумка, средняя, походная. У меня большая, что ли? А, подожди. А, это круче сумка. Давай в рюкзак ее уберем. Так, окей, окей. Так, что у нас тут есть? Консервы. Вместимость 15. Так, чё-чё-чё? Жарко, жарко. Слишком скучно нашему парню. По-моему, нам вообще весело. Мы, блин, себе готовим, так сказать, основу для выживания. Ему, видите ли, скучно. Капец, блин. Какая фифа, ты погляди на нее. Так, 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 что-то там было. Подожди. Блин, вы то, что... Подходил бы я к чему-нибудь и сразу бы показывала, что... Что есть тут рядом? Так, где-то была какая-то сумка. Где это видел? Так, ему скучно, значит. Ну давай почитаем книгу. Скучно ему. Входи в дома исключительно через окна. Понял, хорошо. Хорошо, так, жарко, снимай одежду, говорит, не ссы. Это я в чате читаю все. А, хорошо, ладно, понял. Снимаю одежду, не ссу. Ну, я туфли, я... А, туфли тоже температуру прибавляют.
штаны. Ну ты капец. Взял, пошел такой. Голышом ходит, выживатель, блин. Так, всякая фигня. Консервированная говядина, я думаю, стоит взять. Я все правильно, да? Я кладу. Стараюсь класть в рюкзак исключительно еду, чтобы нам не потеряться. Так, здесь может кто-то быть. Но нет. Никого нету. Так, где я видел пакет там, блин, был? Мышеловка. А, во-во-во. Что-то было только что. Бургер. Так, а где можно посмотреть показания? Нигде не вижу. Так, большая сумка, тоже неплохая штука. Бутылка воды, кстати. Я думаю, она нам пригодится. Окей. А, бери всю еду. Блин. Ну ладно. Раз ты так говоришь. Так, ну ок, ладно. Давай всю еду забираю. Ну у меня тоже все-то как бы не влезет. Нужно понять, что самое калорийное. И... ну, соотношение калорийности к весу. Так, я не буду брать то, что минусы дает. Нафига оно надо? Так, арбуз, я думаю, да, он нафига это. Тяжелый. Так, масло, ремулад. Что такое ремулад вообще? Не знаю. Опа, никого нет. Так, 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 что здесь у нас? Подушка, клюшка, свитер. Я уже взял один. Спифо. Это игрушка, что ли? Прикольно. А, это енот. Спифо. Школьный портфель. Такой же, как у меня. Ну ладно. Так, да, еда портится, насколько я помню. О, смотри, какой-то большой домик. Погнали туда. У меня так-то почти перевес. Вот там зомби. Не будем убивать? Нет, домик не очень большой. К сожалению. Слушай, там дверь открыта, там, наверное, кто-то есть. Так, зомби стоит. Тихо. Так, там кто-то вылазил или мне показалось? Показалось. Так, 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 так. Открыть окно. Перелезть. Так, что тут у нас? Всякие книжки, как обычно. Нет, никого нет. Так, окей. Курточку, да, нам надо найти? По-хорошему-то. Ух ты, журнал садовода, фермерство. Бери биту. Я не могу перепрыгивать через забор. Хорошо. Биту. Ну, у меня просто есть биту. Еще надо, что ли? Слушай, прям... ну, этот домик фермера какой-то. Лада седан. Баклажан. Че такое? Не лезет, что ли? Походу, да. Окей, так, бутылка воды еще. Три штуки. А все, у меня перевес.
Может, в этом доме. Он бы маленький, мне кажется, нет? Тебе не кажется, что он маленький? Я бы еще прошелся бы, что там? Пофиг. Я вот только легкий голод у меня. Так, вяленое мясо. Ух ты. Суши, оно не портится. Так, и у меня перевес. Давай что-нибудь сожрем из этого рюкзака своего. Ананас. А мы ее. Собака. Опять. Так, все еще перевес. Давай обратно берем. Так, все, теперь все еще перевес, блин. Так, капуста, по-моему, нет. Ёлки-палки. Че у нас? Апельсиновая газировка. Нет, не будем пока. Она же не портится, да, не портится. Блин, набрал всякой фигни. Так. Старайся ходить поменьше с перевесом. Хорошо. О, я сыт. Сытно поел. Замечательно. Давай еще сытно напьемся. Все, замечательно. Так, ну я думаю, стоит нам поспать, да? Там ночь за окном. Что такое? Кто там? Телевизор. Выключим нафиг телевизор. Так, а простынями только, да, можно? Как так? Опять перегруз. А почему перегруз? Соленью. А, я, видимо, когда сытый, у меня все зашибись. Блин. Косяк. Так хочется много унести, и так можется мало. Так. Как их разделить? Можно как-то. А, ну вот, можно так как-то. Допустим, штук половину перенести. А то перевес это грустно. Есть шанс сломать позвоночник от перевеса. Хрена себе. Так, чё, я думаю, нужно поспать. Вы недостаточно устали, тварь. Так, ну ок, 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 ок. Я взял в добрую руку сумку. Так, ванная. О, кстати, здесь могут быть лекарства. Обезболивающие. В сумку. Пинцет, помада. Да, ночь, 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 ночь. Так, взяли лекарства. Я хочу двухэтажный дом, и чтобы он был побольше, честно говоря. Так. Да, читай, фу ты. Бери, говорит, пинцет. Вот, бериватель можно съесть, выпить. А зачем пинцет? О, вытащить осколки, если порежешься, нифига себе. Да, ночь, говорит, читай книгу. Читай книгу, если ночь. Давай почитаем книгу, точно, точно, отличная, отличная идея. Может, фермерство? Или строительство, да, наверное, лучше какое-нибудь, если есть. В больших домах обычно стоит сигнализация. Ну, да, но. Во, курс строительства, давай.
Чё, я типа читаю? А, страница одна из... Ясно. Ну, как большая? Ну, чуть побольше, блин. Ну, хотя да, сигнализация. С другой стороны, мы же можем... понастроить тут заборов и так далее. Блин. Я хочу еще пройтись немножко. Так, нам нужно срочно что-то скинуть, потому что капец. Перевес. Книжку взял, все уже, позвоночник сломается. А, нехорошо как-то. Ну, перевес-то по фигне, да? Так, а ничего, что я у окна так стою? А, можно ускорить время. Сейчас тогда сюда зайду. Так, брокколи съесть полностью. Все, я сыт, доволен. И читать. И ускорим. Опять перевес. Так, а можно? Что это? Что там написано было я? А, нет. Проявление скуки. Вся фигня. Легкая жажда. Так, стопэ. Что-то вот теперь точно ночь, по-моему. Да, тогда было светлее, надо было идти. Ну ладно. Будем знать. Так, попьем водички. Еще попьем водички. Так, что за шторь? Шторы за шторь. А тут штор-то нету? Нету штор. Настолько бедный дом, что даже штор нет. Хотя мне тоже они не нравятся. Так, ладно, давай еще почитаем. Мы хотим есть, ну и ладно. Ой-ой-ой, это зябко мне. Зябко. Так, хорошо. Не, блин, так-то интересно, если вот вжиться в роль вот в это вот, типа, все или ничего, у тебя вообще никого рядом нет, ты... Чё? А, все, я прочитал... Я прочитал. Хорош. Все, пойдем что-нибудь баклажан съедим. А это мы можем включить? По-моему, можно было включить. Нам нужна, наверное, сковорода какая-нибудь. Ну-ка. Крафт. Строительство кулинарии. Вот, кулинария. Ломтики бекона. Открыть горох. Кулинар, блин. Открыть горох. Блин, я не то нажал. Я хочу съесть полностью. Так. Чё там? Неплохо поели, легкое повышение. Давай поспим. Так. А как узнать, сколько времени? Так, ну вроде светло. Так, чё, пойдем дом побольше попробуем найти.
оставаться бы ни на кого. Карту бы под боком иметь. Хоп, так. Посмотрел. Во-во-во. Во, вот это домина, нифига. Ты зацени эту махину. Блин, без забора только, да? Без забора. И там зомби стоит. Ладно, пока не будем рыпаться. Пойдем еще посмотрим. Может, что-нибудь найдем. До 100 пудов найдем, что? Так, спи всегда по 7 часов. А как настроить, что? Как узнать, что я 7 часов поспал? Только окна. Я понял, через окна. Только через окна входим. Чё? Чё такое? Меня заметили, типа, да? Нет? Тихо. На, в лобешник прямо. Бумажник. Так, надо... Надо отойти. Вот тоже домик, смотри, на отшибе чисто такой. Тут можно забор забабахать. Неплохо же, да? А, ну тут дорога, правда. И он тоже маленький. А, нет, там второй этаж есть. Закроем штору. Так, закроем штору. Так. Этот звук означает, что тебя заметили. Так, туалет. Закрыть штору. Это лестница, нет? Блин, это комната. Слушай, нет, наоборот, дом как будто бы в тупике. То есть, типа... Кто-то стучится. Блин, открыть штору. Нафиг отсюда пойдем. На чем валяется? Так, спокойно, спокойно. Если не можешь открыть окно с первого раза, скорее всего, там сигнализация. И куда я иду? Что это? Это склад какой-то? Блин, окна-то здесь есть еще, нет? Не, ну я думаю, вначале же все равно там один зомби какой-нибудь долбится и все. Опа, что это? Блин, какие-то деревья зашел. Опять деревья зашел. Какой-то торговый центр, что ли? Ну-ка. Я не могу, да, перелезать? Тихо. Блин. Косяк, а тут вход-то есть какой-то? Так, там нет, там не катит.
А, там с забором хрень, там одни доски и краска. Хорошо, он для строительства, да, если что? Видимо. Я помню, когда... О, смотри, забор, вся фигня. Чё это? For sale, там, наверное, пусто, правда? И оно всегда под сигнализацией. Я там сдох. Ясно. Так, какой-то... Паня, понятно, под сигнализацией огромное здание. Хорошо. Чё, как пользоваться... О, я могу почитать это. И чё, я теперь знаю, как пользоваться генераторами? Хрен его знает. Все зомби, я видел этот. У меня тоже, кстати, было такое подобное, что как бы толпа зомбаков, там что-то какая-то фигня, но то ли я стрелял там с пистолета, то ли что. Все больше и больше и больше, там капец. Не протолкнуться просто. Ну там, наверное, месяца через 2-3 выживания, типа. Стоп. Что такое? Церковь. Так-то вот сейчас самое время посмотреть бы карту и по церкви сориентироваться, куда пойти. Так-то. Так, охотничий журнал. Обучает сделать силок. Давай почитаем. Все равно на изи. Читается. Так, тут что-то тоже продается, какой-то дом. Но мы еще ищем дом с забором, да? В любом случае. Тихо. Спокойно. Это не те дроиды, которых ты ищешь. Ах ты ж черт. Ой, я его с первого раза убил. Нифига себе. Окей. Так, попробуем здесь пройти. Блин, куда ты идешь? Черт возьми. Сейчас в спину ему воткнем. Блин, да как так-то? Это что за дом такой странный? Почему он черный? Какая-то багованная генерация, что ли? Че за фигня? Зомби, говорит, мозгов нету, на них это не действует. Типа джедайская сила. Блин, где все заборы-то? Кто стыбил все заборы? Что за фигня? А, я думал опять забаговано. Так, там что-то раньше какое-то, или это конец карты? Забор такой стоит.
Так, а правой кнопкой... А, правой кнопкой тоже можно как раз... Я что-то Ctrl зажал и иду. У меня уже палец... Мизинчик устал уже. О, смотри, забор. Грюгер живет в черном доме. Смотри, забор. Что это за территория такая? Интересненько. Интересненько. Может, он район отделяет, правда, только. Да, походу, район. Блин. А, из гадкого я. Да, точно. У меня вот такой дом был. Странный. Блин, где все дома? Нормальные. Это что такое? Грув Стрит, что ли? Тихо. Хочется на самом деле найти что-нибудь такое, чтобы вот прям там остаться и начать развиваться, а не таскать с собой постоянно весь хлам. Конечно, да. Ты не умерла, что ли? Помада. Окей. Вали, говорит, оттуда, толпа целая сзади. Я не заметил. Ладно, я иду. Валю. Надо на ночь это успеть хоть какой-то дом найти. Ох ты, нифига, смотри, мозги валяются. О, дом с гаражом. Крутяк. Можно поставить гиперкар свой туда. Смотри, забор. Опять не вокруг дома, да? Да. Ладно, идем, смотрим. Зайди, куда зайди? Там кто-то стучится. Здесь, кстати, может быть инструменты какие-то. Изолента. Так, стоп. Что произошло? Не туда убрал. Металлические запчасти, молоток, проволока. Электронные запчасти. Слушай, я возьму. Я думаю, что это для чего-нибудь пригодится. И вот этот ключ тоже возьму. Мне кажется, он для крафта пойдет. Так, сделай звук погромче. Понял, не вопрос. Так, ох, так, громкость звука. И громкость окружающего мира. Принять или применить? Вроде сделал. По-моему, здесь. Воу, вон он долбится. Нафиг надо. Зачем молоток брать? Он же хуже. Так, у меня жажда, мне нужно выпить. А, вот, кстати. Гвозди, молоток. Ну, ладно. Теперь слышу. Отлично. Так, сложный выбор.
Так, нужно попить, нужно попить. Давай попробуем вот сюда сейчас проникнуть. Кстати, здесь тоже могут быть инструменты, я думаю. Генератор стоит. Так, а здесь у нас Welding Rods. Не знаю, что это такое. Баллон с пропаном. Тяжелый. Портативная рация. Так, я не знаю, что это такое. Что не... С этими домами очень аккуратно, понял. Вроде никого. Я хочу попить. А почему только через окна надо влезать всегда? Двери типа стучат или что? Так, съесть полностью. Пипихин. Съесть полностью пипихин. Так, у меня там не испортится продукт это. Мне вроде норм. О, вяленое мясо вот возьму. Соленье, варенье. Эй. Все, пока. А, они обычно под сигнализацией. Понял. Ну, если что, я сразу на ногу дам. И все. Так, есть что? Бета... Так, снижает, короче, приступы паники, хорошо. Макияж для лица. Обезболивающее. О, аптечка первой помощи. Что такое? Жара, жара. Сейчас снимем одежку. Так, слушай, перегруз опять, насколько? Ой, аптечка-то нифига. Ой, у нее вес-то, елки-палки. А, она считается контейнером. Косяк. Еще, да, дезинфицирующее средство. Что-то пока не находится. А что так? Почему так тяжело стало? Я ж ничего не брал. Так, пойдем еще поедим, короче. Увеличим вес переносимый. Так, вон апельсиновую. А, они ж не портятся. Съесть полностью капусту. Мол. Так, пойдем. Почему из... А, типа, в рюкзаке портится, да? А в холодильнике пока не портится. Не, ну у них, по-моему, нету каких-то этих индикаторов, типа, что вот сейчас там, через 2 дня там испортится. Да ладно, пофиг с бутылкой воды. Пока, я думаю, их не дефицит. Если все нормально будет, придется все равно шерстить по городу. Тихо. Все
равно придется шерстить, так что ничего страшного. У меня и так их несколько штук. Блин, где чертовы? Да не, нормально все. Там поставим что-нибудь, скрафтим какую-нибудь штуковину. Блин, опять перевес. О, на ходу ананас жует, нормуль. Так, смотри, здесь забор с одного конца. Ой, дом-то пустой, что ли? Практически, да. Офигеть. Там же, насколько я знаю, есть штуковина типа воду собирать. Опа-опа. Еще один пустой дом, что ли? Что значит кул? Копать руками. Так, игла. Батарейка. И опять перевес. Твою налево, а? Так, еще в мусорке. Еще в мусорке, говорит, нашел как-то сломанный пистолет. Окей, окей. Понял. Тихо. Так, он стоит за углом. Блин. Неудобно, что она не разворачивается, подходя к объектам. Ты бы жизнь упростила мне сейчас. Или хотя бы яркость можно было бы настроить. Вот тоже было бы нормально. Полную капусту схавать. Ну не знаю. Капуста вкусная. Может быть, да. Не очень. Так, смотри, тут забором угол сделан. Сделан угол забором. Опять перевес. В доме ни черта, по-моему, нету. Так, есть что? Нету нифига. Так, всякая шняга. Черный юмор. Это не черный, это сортирный юмор. Это что? Множитель накопления навыков. Слушай, вот эту штуку то неплохо бы прокачать. Так, что там, ночь или как? Дом маленький. О, сделать ящичную ловушку, сделать клетку ловушку. Читать. Два одинаковых журнала, гениально. Окна. А почему окна-то я что-то пропустил, что ли, нет? А в чем прикол-то? Они хлопают или что? Ну, если я уверен, что за ним никого нету. Что плохого я имею в виду? Б.
Блин, как он медленно ходит, капец. Так, надо что-то, блин, выкинуть, что ли, я не знаю. По-моему, вот так один выкинем. А! Это не улучшило наше. Блин! Перевес жесткий вообще. О, одежду сложил и все, нормально стало. Выше где-то, ну блин, неудобно мне. А, если зайдешь через дверь, сигнализация сработает 100%, а если через окно, то не факт. Ну, весомый аргумент, да. С учетом, что если сигнализация сработает, сбегутся все. Так, тихо. Меня нету. Блин, где дома с заборами? Запел свою песню. Какая-то площадка. Ух, какая местность открытая. Торговый центр, что? А, школа, наверное. Двери не всегда прозрачные. Ну, это логично, да. Так, слушай, я предлагаю, короче, открыть карту. Ну а чё бы нет? Так. Карта. Немного считерим, но так, блин, проще. Ух ты, а такой город есть на самом деле, нифига себе. Прикинь. Так. Интерактивная карта. Стоп. Сейчас. Читачок. Так, это чё? Так, я, по-моему... Чё за город-то? Ничего не понимаю. Так, левел. А, ну вот, это Малдро. Так. Ага, все понял. Так, мы тут в главной дороге, короче. Она проходит через весь город практически посередине. Так, мы около кирпичного двухэтажного здания. Так, мы какие-то заборы там проходили. Так. Это оно? Нет, не оно. Так, сейчас. Какая-то заправка. Блин, где это? Что-то походу я утопал, нифига себе. Все, я нашел. Так, это...
Это. Я не знаю, как это перевести, ладно, хрен с ним. Короче, мы очень близко к складу. Там, насколько я помню, были строительные материалы. Так. Да, в школу. Это не школа, это... Это не школа. Сейчас скажу, что это. Так, это... Так, стоп. Это большой склад. Это большой склад, оказывается. Это не школа. Я почему подумал школа, потому что там площадка такая была. Так, хорошо. Это большой склад. Короче, какую-то промзону мы пришли с вами в итоге. Это косяк. Тут есть домик на отшибе рядом. Но он не очень-то на отшибе, честно говоря. Блин, можно на ферму уйти, она тоже недалеко, но тогда до города долго идти. Опасненько, да. Все опасненько. Так, насчет домов с сигнализацией. Ой, домов с заборами. Есть, короче, один вариант. Относительно недалеко, огорожен полностью забором. То есть, я так понимаю, зомби не могут пройти через деревянный маленький заборчик, который по пояс, да? Если это так, мы идем туда, тут без вариантов, самый ближний дом. Там, правда, здоровенная зона, но как бы пробелы, где нет забора, в принципе, можно заколотить неплохо. Ну, как бы это, небольшие пробелы. Делают это очень долго. Ну все, погнали туда. Короче, сейчас возвращаемся по дороге вниз. Короче говоря, нам надо на юг. Ладно, карту я пока оставлю открытой. Вот, блин, у меня телефон сломался, сейчас бы на телефоне открыл бы, перед собой бы положил и все, ну, было. Так, в общем, погнали. Надеюсь, все будет путем. Чики-брики в дамки, да? Сколько мы уже живем? О, у меня есть одно очко. Очко навыка, что прокачать? Очко навыка есть. Мы уже живем почти полтора дня. Го всю ночь играть. Не, я ночью уже собирался записывать. Так, спокойненько. Тихо, тихо, тихо. Все нормально, меня здесь не было. Ходите по своим делам, я по своим. Оборону или атаку, понял. Прокачать оборону или атаку. Так. Пока вроде все путем. И если мы там поселимся, в принципе, от города-то недалеко будет. Много домов еще рядом. Ну, вот этих вот всяких мелких. И вполне возможно там генератор есть. Хотя генератор, наверное, шумит, да? Вот, вот он.
Лучше всего оборону или атаку, все остальное можно найти в книжках. Я сейчас вспомнил, забор увидел, зомбака внутри увидел, вспомнил этот. Кто The Walking Dead смотрел? Он что, за мной идет? The Walking Dead там сезон в тюрьме, где был. За забором. Вот она, вот она. Так, тут несколько зомбаков, но я думаю, без проблем. Мы с этим справимся. Вот, небольшой пробел здесь и небольшой пробел на севере. И все. Так, ну что, мы их сто пудов надо их убирать. Второй сезон, я не помню, какой сезон. Нет, не второй сезон. Второй сезон они на ферме были. Третий сезон, по-моему. В тюрьме там были. Хэтс! На! Получай бонус. В тюрьме они были за забором, и им приходилось убивать вокруг. А, нет, не вокруг. Они же решили остаться в тюрьме и перебить всех зомбаков в тюрьме, чтобы остаться за забором внутри. Херак! Херак! Черт. У меня сломался нож. Херак. Так, сейчас этого тоже вынесем. Чё ты паникуешь? Ты успокойся. Паникёт. Вот как раз вечереет, как раз сейчас придем в дом. Вон там небольшой пробел, его видно. Так, надеюсь, сигнализации нету, иначе это финиш будет вообще. Вроде никого нету. Разве что в комнатах, там, на втором этаже, может. Небольшой складик, хорошо. Так, никого нету. Так, там что-то работает, телевизор, радио. Сейчас радио выключим. Так, ну чё, завешиваем всем этим делом. Завешиваем все окна и остаемся жить здесь. Вот, остаемся жить здесь, но это уже будет у нас в следующей серии. Я не знаю, надо, блин, редактировать видео, а может оно целиком так и выйдет. В общем, на этом все, друзья. Если понравилась игра, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, давайте советы. Ну а с вами был Dirtuer, канал It's Lucky Time, Серафим на помощи и, в общем-то, игра Project Zomboid. Всем удачи, друзья, всем до скорых встреч.